Приветик! Меня зовут Серегина Светлана, если вы меня еще помните. Тот орган, который в народе называется совестью, у меня до сих пор спокойно спал, вдруг проснулся, заявил о себе, и я решила записать для вас видео, которое касается очень распространенной ошибки в польском языке, а именно употреблению, а еще более именно путанию слов «яки» и «ктурый», по-русски «какой» и «который». Дело в том, что здесь допускают ошибки даже самые продвинутые, поэтому ее в конце концов, эту ошибку, нужно искоренить. Итак, яки, ктуры, какой, который. И яки, нужно помнить, указывает всегда на качестве. Отвечаем мы на вопрос яки словами деревянный, твердый, мягкий, железный, синий, красный, зеленый, пластмассовый, шестиструнный, семиструнный, цифровой, хороший, нехороший, добрый, злой. И так далее. А на вопрос «ктурый», «который» мы должны сделать выбор. Мы должны что-то выбрать из ряда каких-то элементов. Например, «ктурый» – «другий», «чвартый» – «по правой», «усмый» – «в шустым женде», «восьмой» – «во втором ряду», «тен ктурый» – «вчорой» – «пшелечал» – «с Хишпании», «там та ктура» – «в субботы» – «упекла» – «смачно» – «часто» и так далее. Об этом нужно помнить. Приведу несколько примеров. Например, если мы спрашиваем «який», то есть «дом», мы имеем в виду качество. И тогда мы говорим «тен дом есть древняный», «тен дом есть пентровый, двухэтажный», «тен дом есть чеплый», «тен дом есть ладанный». А если мы говорим «ктурый», то есть «дом», мы имеем в виду «какой из ряда домов», например, «твой» или какой тебе, «который тебе понравился». «Ктурый дом, то бещем сподобал». «Сподобал мище тамтен дом, другие по правой». «Ктурый дом есть твой». «Мой дом есть тамтен остатний, в чвартым женте». Еще примеры. Не вем. «Яком мам на собе сукенка?» «Мам на собе червоном сукенка». «Сукенка, ктуром мам дищей на собе, есть червона». «Сукенка, ктуром мам дищей на собе, есть червона». «Який то есть телефон?» «Тен телефон есть дужий». «Тен телефон есть чарный». «Тен телефон есть выгодный». «Тен телефон есть шибкий». «Ктурый телефон взялась дищей за собом?» «Взялам дищей за собом чарный телефон». «Ктурый телефон взялась дищей за собом?» «Взялам за собом тен телефон». «Кубек, с ктурего пие каве, бардзо мищем подоба». «Он есть кубек, с ктурего пие каве, есть ладный». «Який то есть кубек?» «Тен кубек есть белый, тен кубек есть ладный». «Тен кубик ма на собі нарисоване, ма нарисоване трускавки». Не, не трускавки, трускавки – это клубника, пожомки, земляника. «Тен кубик ма на собі пожомки». «Кекс, ктурий позостав по вчорайшому обіді, самотній лежи на талежу». «Кекс, ктурий позостав по вчорайшому обіді, самотній лежи на талежу». «Забавки». «Ктурими бавище моя цурка завше лежом порозжуцаны по целым столе». Все время лежат разбросанные по всему столу. «Айпад, ктурый купилам чилата тему, юж есть целый разбитый». «Айпад, ктурый купилам чилата тему, есть юж целый разбитый». Ну и все, наверное. А вот еще что скажу. «Видео, ктуре записалам дичей для вас, добега конца». Серегина Светлана, ктура записала для вас то видео, бардзо вас коха и жегна ще с вами. Па-па!